Концепция большого порта Зарубино определена. Грандиозный терминал на юге Приморья вступает в проектную фазу строительства. Работы ведутся в тесной связи с китайскими партнерами. Для координации совместных действий в администрации края представители всех заинтересованных сторон встретились с представителями одной из крупнейших строительных компаний Китая, участвующей в масштабном начинании. Данному проекту уделяется очень большое внимание как со стороны администрации Приморского края, так и со стороны федеральных органов власти, Министерства продвижения Дальнего Востока. Проект попал в первую пятерку территории опережающего развития, поэтому мы приложили все усилия для того, чтобы проект двигался быстро и результативно. 40 миллиардов рублей предполагается инвестировать в большой порт, который призван стать перевалочной базой как для грузов, перевозимых из России в Китай, так и для внутреннего трафика Поднебесной. Через российский порт, как планируется, транзитом будут проходить грузы из северных провинций КНР в южные. Запуск первой очереди строительства запланирован на 2018 год, но подготовка уже идет полным ходом. Наша цель пребывания здесь, кроме переговоров, это лучше ознакомиться с перспективами будущего строительства. Первый этап – это осмотр местности. Посмотрим, как строить инженерные коммуникации здесь. А также изучим юридические моменты, связанные с инвестициями в российскую экономику. Как было отмечено в ходе встречи, сейчас представители китайской провинции Цзилинь рассматриваются краевыми властями как стратегические партнеры. Стороны выразили уверенность в том, что совместными усилиями масштабный проект удастся реализовать в срок и при этом обеспечить все условия для того, чтобы новый порт вышел на проектную мощность. Всеволод Крапивин, Игорь Лещук, Панорама.